это всех соседей знала. Ага. А теперь каждый день новые люди. И что за люди, не разобрать. Папа! Маруська! Ленюшка, разгружаться будем? Да. Да? Так, тогда держите все свое. Маруся. Портфель Марусин. Держи. Тонька, забирай машину свою. Давай. Так, что у нас здесь осталось? Вот. Сможешь? Да. Все, бегом. Маруся, подожди меня первая. Здравствуйте. Женя, помочь? А, не надо. Ну, передохни. Привет. Ну что, когда наш дом-то сносит старый? Латали, все впустую. Зато не обидно теперь, свой новый. А тот сносит через недели-две, наверное. А здесь еще лучше будем жить. Главное, что мы все вместе переехали. Вот это. Обустроимся, обживемся, все будет хорошо. Папа, ну где ты там? Жень, подожди, я помогу. Я сам же. Нет, давай, я… Ой. Жилистая какая-то. Сильнее меня, что ли? Аккуратнее. Ага. Сейчас еще немножко. Куда мы его, Жень? Не знаю. Ну и чего? Слушай, ну, если здесь не встанет, ну, отнесем тебе в квартиру. Ага. Что ж мы стену-то наломаем? Это семья как-никак. Зачем нам две квартиры? Не знаю, мне кажется, квартиры лишней не будет. Понадобится еще. А? Практичная тема. Слушай, Женечка, я вот смотрю на время. Мне бы же на работу бежать. Там меня и в офисе ждут, и после обеда на завод смотаться. Ну, хорошо. Справитесь без меня? Ну, конечно, справимся. Я пока посуду найду. Инста, мои костюмы где? Куда упаковать? Костюмы. По чемодану? Посмотри в чемодане, я там поищу. Не, Жень, здесь военка. Я нашла. Нашла? Да. Да что ж такое? По-моему, посуда нашлась, нет? Мама, а Маруся чашки разбила. Ну, это ж к счастью. Угу. Это ж к счастью, Марусь. Капризная эта Светка. Ну, что тебе вот здесь не нравится? Ну, что это вообще может нравиться? Квартира на 3 метра меньше. На работу едет далеко. Да и вон завод под окнами. На работу, Жень? Ну, да. А хорошо же у нас здесь. Правда, сейчас? Чего тебе этот завод? Он уже 3 года не работает. Лучше бы работал. Ты думаешь, мне в этой кафешке хорошо? Подай, принеси. А вот если бы завод работал, я бы уже начальницей была. Замуж бы уже вышла. О! Че, гуляли? Да где тут гулять-то? Вон кругом буераки сплошные. Ни магазинов, ничего нет. Ой, горе какое. А у нас в деревне… Палатка с продуктами. Всего только раз в неделю приезжала. И ничего. Здрасте. А тут смотри-ка, недовольные. Возражают, возмущаются. А вы другой-то где видали? Видали. У нас на старом месте все хорошо, здрасте, было. Да? И детские площадки были, и садик был. Иди ко мне. Мам, ну ладно тебе, то же самое все было. Пока Александров не приехал. Александров молодец, все устроил. Нас на субботник выгнал. А потом с мэром еще договорился. Нет, вообще он у нас молодец. Поэтому его депутата мы выбрали. Ну вот, мам, и здесь все устроим. Наведем свои порядки. Че, мы что ли? Какие порядки-то? Да. Это ж застройщик должен. Батаев этот самый. А то знаешь, с плакатов-то все могут улыбаться. А на деле… Домино нашарашили, а кругом хоть трава не расти. Давай. Ничего, мы на этого подлеца тоже управу найдем. Я уже в контор-то звонила, жалобу оставила. Ну и что? Ну пока ничего, говорят, Рассмотрят. Но я его достану. Я ему еще раз позвоню. Пойдем. Конечно. Дайте возможность продукты. Договорил я с ними. Мы уже обращения писали, и жалобы, и в ответ… Да обещания липовые в ответ постоянно. Детского садика как не было, так и нет. Мусор строительный по-прежнему лежит прямо перед подъездами. По плану все было. Строительная компания «Горизонт». Как, почему люди въехали? Да потому что деваться им было больше некуда, потому и въехали. Прошу, да я пяти. Да, буду вас пяти. Спасибо. Евгений, ты на завод с нами едешь? Да. Да, учи. Послушайте, пойдемте уже, а? Ну, погода, кажется, портится. Я вообще не понимаю смысла этой инспекции. Нет, давайте разберемся, почему завод остановлен. Вот вы директор завода, да? Вот вы нам и объясните, как подотчетный вам завод пришел в такое плачевное состояние. Ведь это практически градообразующее предприятие. Настоящий гигант был. Я-то что могу? Завод наш производит строительный кирпич. Для производства нужна глина. Глину мы добывали на карьере, теперь запасы истощились. Нет глины, нет сырья, нет завода. Так, может быть, есть смысл поискать месторождение где-то поблизости, да? Или, в конце концов, из соседних областей привозить? Ну, Женя, ну, тысячу раз уже обсуждали этот вопрос. Ну, геологоразведка – очень дорогое удовольствие. У города на это денег нет. Возить от соседей нерентабельно, это, помилуйте, это у нас будет просто золотой кирпич. Друзья мои, вы как хотите, а я пошел. Да глина в районе есть, я уверен. Лет 25 назад работали у нас под геологи. Говорили о положительных результатах. Отчеты были. А где они? Они остались? Не знаю, где отчеты. Времена тогда были смутные. Директор завода бывший тогда на пенсию уходил. А следующего тут вообще посадили. Пропали результаты. Здравствуйте, Андрей Павлович. Привет, Маша. Уже на боевом посту? Ну, что нового в Датском королевстве? Шеф в себе? Угу. Отлично. Надежда Григорьева звонила из новостройки. Так. Жаловалась, что территория не облагорожена. А обещали и садик, и магазины. Сказала, будет звонить в мэрию. Ну, пусть звонит, пусть жалуется. Ты помнишь, был в прошлом году один такой Александров? Все ходил, жаловался. До суда дело довел. Ну и что? Работаем, как работали, и будем работать, Машенька. Будем! Кофе принесешь на стол? Ладно. А вам, как обычно, 2 сахара и сливки. Что ты про меня знаешь, Маша? Ну да. Давай, ждем. Меня пару недель не будет, так что, Андрей, остаешься тут за старшего. Понял. По заводу пока ответа нет, да? Да что-то они там тянут. На уровне Совета депутатов заминка. Ну ничего, у меня там есть свой человечек, так что все будет нормально. Завод, считай, наш. И хорошая территория под склады получится. И почти бесплатно. Слушай, а если они передумают, ну, решат восстановить производство, найдут эту глину несчастную, что тогда? Ничего у них не выйдет. Чтобы начать производство, нужны результаты геологоразведки. А они хранятся в надежном месте. Вот, кстати, ключи от сейфа. Береги, как зеницу ока. Да. И вот еще самое главное. Я тут нашел соинвестора. Дом у нас в городе хочет строить. Бизнес-класса. Деньги, сам понимаешь, какие. И нас с тобой не обидит. А строить я хотел? Да присмотрел тут один участочек в самом центре. Но есть одна проблема. Место принадлежит детскому дому. И с этим надо что-то решать. Я уже начал наводить мосты, но этот вопрос надо проработать. И этим займешься в первую очередь. Тимур, все сделано в лучшем виде. Можешь не переживать. Ладно, я поехал. Если что, звони. Окей. Тимур Евгеньевич, а кофе? Потом. Машенька, ну что ты там копошишься? Кофе давай. Ага. Здравствуйте. Вот, опять с мальчишками подралась. Они первые начали. Так нельзя, Маруся. Если тебя кто-то обидел, подойди ко мне и скажи. Я не буду ябедничать. Маруся, ты же девочка, а девочки не дерутся. Ну как же так? А Жанна дар. Ну и что мне с ней делать? Простите, пожалуйста, я с ней сам поговорю. Хорошо. До свидания. До свидания. Пойдем, там еще Леню забрать и садить. Брат болит, Марусь? Да. Ничего, сейчас придем домой, обработаем. Только маме что говорить, вот ума не довожу. Не знаю. Маруська, Маруська. Вот, смотри, домашние идут. Ага. Папа, а если я не перестану драться, вы меня туда зовете, в детский дом? Нет, конечно, Марусь. Ты почему такое спрашиваешь? Мальчишки в школе сказали, что всех нехороших детей туда отдают. А еще в школе сказали, что ты не мой папа, потому что ты не женишься на моей маме. Давай, кофточку оденем. Ты, наверное, за это подралась, да? Да? Ну что это? Серьезный повод. Но я знаю, как все исправить. Как? А я женюсь на твоей маме. Ура! И у вас будет самая красивая свадьба. И у мамы будет самое красивое платье. А у меня, как у принцессы, правда? Ну, конечно, правда, Марусь. Сейчас пойдем домой, нам мама всыпет так. А тебе-то за что? Слушай, Тимур, место просто супер. Для точной застройки, я считаю, идеально. Цена за квадратный метр будет зашкаливать, да. Сколько этажей по плану? 25. Вот это я понимаю. Идите, я сейчас пойду. А даже недоразумение нас сносить, однозначно. Да. Давай. Ага, давай на свет. Девушка, директора вашего Езева, где? Петра Юрьевича? Да. Он у себя в кабинете, но у нас закрытое учреждение. Посторонний вход воспрещен. Еще не закрыто, но скоро будет. Простите. Молодой человек, куда вы пошли? Я же вам сказала. Мамочка, привет. Привет, мой хороший. Привет. Привет, малыш. Привет, мама. Не разорвите, мама. Привет. Я еще нас кормить. Привет. Так, Марусь, ну-ка поверните ко мне. Ну что это такое опять? Ты опять подралась? Да. Подумаешь. Понятно. Давай, помогай на стол. Расставляй тарелки. Ленька, садись. Давай. Так, кастрюли не нашла, поэтому супа не будет, только второе. Ну давай, говори. Может, что ты давишь-то? Все будет. Уговор? Дороже денег. Леня, пошли со мной руки мыть. Родителям надо поговорить. Пошли. Ну, о чем вы там шептались? О чем мы там не шептались? Что ты на меня так смотришь? Женька, я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Слушай, там микроволновка чего-то, я не понимаю. Может, мы неправильно подключили? Не работает вообще. Может, посмотришь? Да посмотрю я. Женя, почему ты не хочешь, чтобы мы поженились? Я тебе уже говорила. Я была замужем, ничем хорошим это не закончилось. Ты была с Виктором. Зачем ты сравниваешь? Я не сравниваю. Когда я выходила за него замуж, я же не думала, что он подонком окажется. Я сейчас ничего не имею в виду, не подумай. Но когда ты на Лене женился, же тоже, наверное, считал ее самой прекрасной женщиной на свете. Не знаю, что я там считал. Я вообще ничего не знаю, кроме одного. Что у меня есть моя любимая женщина, которая по каким-то глупым причинам не хочет выходить за меня замуж. Виктор, зачем нам эти формальности? Для меня это не формальности. Массу набрать. Смотри, как я сегодня бицепс прокачал. Мой ласковый и нежный зверь. Малыш, а когда мы с тобой поженимся? Ну, как хочешь. Слушай, ну ты уже была замужем. Тебе вроде не понравилось. Да. Вот рубашки приходится гладить. Что ж тут хорошего? Лен, ну чего ты? Ну я же не против, в принципе-то. Ну, хочешь, давай поженимся. Как скажешь. Ну смотри, сейчас у меня важные переговоры. Если они пройдут нормально, завтра подаем заявление. А еще я возьму путевку на Мальдивы на месяц. Хочешь на Мальдивы? Ну кто же откажется? Точка. Тимур сказал, что вы можете помочь с этим вопросом, да? Ну не вопрос. Мы с ним это уже обсуждали. Я как раз сегодня был на месте, общался с директором детского дома. Там проблем не будет. Конечно, пришлось привести некоторые аргументы, но теперь он на нашей стороне. Ну, насколько я знаю, оклады в детском доме небольшие. Думаю, вы не сильно потратились. Да, вот только со стороны администрации как быть, как подступиться. Все ж, как только слышат про детский дом, сразу, ах, бедные детки, руки прочь. Ну, что тут скажешь? Я же не могу принимать решение за всех. Может быть, вам стоит поискать другое место? Ну, зачем же? Сразу так и сдался. Детский дом можно и закрыть. Погодите, погодите, как это сразу закрыть? Детский дом, видите ли, не столовая. Детей-то куда мы денем? Погуляйся. С экономической целесообразностью решение принято на уровне губернатора области. В их области было закрыто около 50% детских домов. Нет, детишек, конечно, распихали по разным областям, районам. Если они уж в Коврове такое провернули, почему бы нам не повторить? Логично? Что ж, это интересно. Послушайте, это же... В корне меня и дело. Конечно. О, я к тебе как раз заходил только что. А я в магазин ходила. Случилось что-то, Женя? Да ничего не случилось. Боится нас с меня замуж уходить. Так с Виктором своим не терпелось, что меня с ним постоянно сравнивает. Бывает, что после женитьбы я буду меняться. Вот на что Женьку люблю, а вот убила бы. Нашла с кем сравнивать. Витьку ее в тюрьму лет на 10 посадят. И неизвестно, выйдет ли он вообще из нее или нет. А тебе надо жениться. И детей обязательно на себя записать. Ну, пытаюсь объяснить. Объяснить, что все хочу, чтобы по-правильному было, и детей усыновить. Ну? Трусиха она. Ну ладно. Здравствуйте, тетя. Здравствуй, Варенька. Здравствуйте. Я все поняла. С Женькой я поговорю по-женски. Лить, не надо. Надо. Лить. Ты только тоже давай. Будь понастойчивее. Все поняла я. Да я сам все сделал, Лит. Я сейчас поговорю с ней, Женя. Привет. Устраивайтесь уже? Ну, да, потихоньку. Поговорить с тобой хочу. Ну, поговори. Издалека хотела начать. Ну, скажу лучше прямо. Кончай ты, Жень, дурить и выходи замуж за Александрова. Я с детства его знаю. Более порядочного, честного и доброго человека тебе не найти. И с Витькой своим, ты знаешь, его не сравнивай. Да я не сравниваю. Лид, я все знаю, все понимаю. Я люблю его. Наверное, это странно, но, понимаешь, у меня предчувствия какие-то нехорошие. Мысли все время в голову лезут, и сны какие-то снятся. И он тебя любит. А сны – это перед свадьбой всегда так бывает. У нас есть полчаса. Договорились. Проходим. Здравствуй, Витя. Садись. 11 месяцев уже сижу. Чего пришла? Поговорить. Ну, говори. Ну, а что ты такой злой-то, Витя? Ведь не я тебя сюда засадила. Ты сам все сделал своими руками. Вот как это называется, да, теперь? Прятали меня сюда. За год ни весточки, ни гостинцы, ничего. Как там моя дочь? Как жена? Ну вот что, Витя. Моя дочь хочет с тобой развестись. Мы ее в этом поддерживаем. Дом мы продадим, переедем в другой город и начнем жизнь с чистого листа. С чистого листа? Ну да. Тут уже таких дел натворили, что дальше некуда. Переезжают. Бежите вы, не переезжайте. Ну вот что. Вот документы. Это заявление о разводе. А это... отказе от родительских прав на ребенка. Ну, на развод, положим, я сам бы подал. А от дочки не откажусь. Ясно? Хочешь испортить жизнь девочки? Зачем я отец ЗАГС? Ну, какой есть, такой есть. Понятно. По-хорошему, значит, не хочешь, да? А выйти отсюда хочешь? А как это у вас получится? А как же суд? Самый справедливый суд в мире. Суда не будет. Отпустят за недостаточностью улик. Подписывай, Витя. Иначе сидишь от звонка до звонка. Сколько тебе там светит? 7-8. Вот по полной программе отсидишь. Тебе это надо? Дети у тебя есть. И мальчик, и девочка. А будет мало, еще настрогаешь. Дурное дело, нехитрое. Подписывай. Ты же обещал, что никогда не будешь пить. Ты же мне обещал. Да пошло оно все. Ай, конем. Весь бизнес к чертям. Что? Все. Делаешь-то? Иди ко мне сюда. Тихо. Ой, господи. Иди сюда. Покажи руки. О, господи. Что ж такое? Зачем ты эту палку взял? Ой, ребенок ты мой. О, привет. Привет, Надюша. Вот ты представляешь, где приходится гулять. Ой, бедные дети. Ничего, все будет. Все будет. Я разговаривал с мэром по этому поводу. Ничего. И он сказал, что если не удастся прижать фирму заказчика, тогда город оплатит все из своего кармана. Ой, слушай, хорошо бы было, а? Ну, мы же тоже не будем ждать милости от природы. Мы же соберемся, как раньше, на субботничек. Детскую площадку обустроим, деревьев насадим. Да, Надежда? Чтоб Никитке было где играть. Поможешь. Да, малыш? Конечно, вон мы какие-то. Доброго дня. Доброго дня. До свидания, дядя Женя, до свидания. Ну вот, пойдем. До свидания, до свидания. Слушай, кто это такой умный-то? А ты что, не знаешь, что ли? Это Евгений Александров, наш депутат. Садись. Ага. Садись. Вот так. Ну так я сразу поняла, что депутат. Ну, сейчас шапочку. Слова такие. Это городской бюджет. До свидания, до свидания. Вот, благоустройство территории. А на деле-то? На, держи. На деле-то ноль. Ой, будь здоров. Че, балаболка? Сама-то Катерина балаболка. А у нас Александров не такой. Если он сказал, 100% сделает. А вот ты, вместо того, чтобы в контейнерах отнести мусор, ты сюда отнесешь, где дети гуляют. Вон лучше увечай свою деревню, знаешь? И там свой мусор хоть под подушку засовывай, поняла? Надь, ты чё? А ничего, пойдем, мой хороший. То есть вы уверены, что у вас этих документов нет, да? Даже в архиве. А скажите, вам не кажется странным, что была проведена огромная работа? Геологоразведка – это, в принципе, серьезное дело. Это всегда сопряжено с оформлением огромного количества технической документации. Вдруг вся эта документация куда-то испаряется. Ах, вот вы где. Извините, я занят. Это вы меня извините. У вас вообще дети есть? У меня дети есть, а какое это имеет отношение? Еще и врете. Нет у вас детей. И сердца у вас нет, и совести. Признавайте, сколько вам заплатили. За что? За то, что вы подписали вот это постановление о расформировании нашего детского дома. Вы хоть понимаете, что для нас, для всех это значит? Ну, для детей, которые там живут, для воспитателей. Вы бумажку подмахнули и забыли. А страдают живые люди, дети. Послушайте, я вот этот документ вижу в первый раз в своей жизни. Опять врете. И, кстати говоря, подписал его депутат Алиханов. Вот его рабочий стол. Сегодня у него неприемный день. Мы с ним делим один кабинет. Я тоже депутат, но моя фамилия Александров. Ничего бывает. Подождите. Дайте я взгляну на документ еще раз. Ну, садитесь давайте. Вы кто? Нина Гришина, старший воспитатель детского дома. А теперь спокойно объясняйте, что произошло у него. Да, ну просто мы как утром получили это постановление, просто с ума все посходили. Не мудрено. Кому вообще такое могло в голову прийти? Да этому вашему Алиханову пишет расформировать. Я разберусь с ним. Вы, пожалуйста, уж разберитесь. И не обижайтесь, что я тут на вас накричала. Просто вы тоже поймите. Ну. Нельзя нас расселять. Детям и так несладко пришлось. Их родители бросили. Что же теперь, мы тоже их бросим? Ладно, кому интересны наши проблемы? Извините еще раз. Нельзя пить. Ну зачем ты начал? Ты ведь обещал, что никогда не будешь. У меня проблемы. Ну ты же знаешь, что алкоголем проблемы не решить. Где бумажник? Где деньги-то? Где деньги? Какие деньги? Ты спрятал. Дай мне мои деньги. Деньги верни. Пусти. Отдам я тебе твои деньги. На. Но если ты пойдешь за водкой, знай, обратно можешь не приходить. Это моя квартира. И алкоголиков здесь не будет. Стоишь. У людей праздник. Конечно. Ой, не знаю я. Папа, а хорошо ты придумал. Тише, Маруся. Это ж тайна. Ой. Ну ладно, я буду тише. А красиво получилось, правда? Ну что, все готово? Ну, молодцы, красота какая. Ну, давай, Женя, звони. А что, все-таки… Давай, звони. Конечно, получится. Женя. Сейчас. Алло. Женя, а подойди к окошку, пожалуйста. Очень надо. Ну, пожалуйста. Жень. Женька, выходи за меня замуж. Так ты на колено, встань. Че, правда, что ли? Жень, ну выходи за меня замуж уже. Женя, ну соглашайся. Соглашайся, мам. Соглашайся, Женя. Хорошо. Ну все, я согласна. Молодец. Мы к тебе идем, Жень. Мы к тебе идем. Повезло тебе, Виктор Бойцов. Повезло? Меня, невинного человека, год на нарах промариновали. Повезло. Невиновного ли? Там, говорят, документы твои потеряли. Вот освобождают в связи с отсутствием состава преступления. Интересно, как они их там потеряли. Вот вещички твои у нас в целости и сохранности. Проверяй давай. Меньше слушай, больше делай. Тебе жить-то есть где? Где ты у нас прописан? Пью. Этот дом тут под снос пошел уже давно. Спеши. Снесли? Ну, хорошо, что этот барак наконец-то снесли. Значит, поеду в новую квартиру. А то, видишь, квадратные метры на меня получили и жируют там. Поеду детишек навещу. Ведь папку наверняка не скоро ждали. Я больше не хочу. Хорошо. Давай, малыш, иди одеваться. Давай. Мам, а можно я в школе скажу, что ты теперь настоящую невесту? Конечно, можно. Марусь, не надо ничего говорить. И так все соседи уже знают. На что здесь плохого-то? Мы семья? Семья. Пусть все об этом знают. Говори, говори всем. Простите. Маруська, давай, собирайся быстро, в школу опоздаешь. Давай, давай. Жень. Я бы хотел поскорее съездить в комиссию по опеке. Ну, это по родительским правам Виктора. Ну, и хотелось бы с самим Виктором тоже поговорить. Ну, что с ним разговаривать? В суд подать и все. У нас мальчик был в детском доме, у него оба родителя в тюрьме сидели. Их очень быстро лишили родительских прав. Хотя он их еще долго ждал. Женя, тебе… В общем, я вчера не смог тебе рассказать. Что? Новость есть не совсем приятная. Твой детский дом закрывается. Как закрывают? А детей куда? Детей по другим детским домам, наверное. К ним вчера пришли распоряжения, я сам случайно это увидел. Но я поеду туда, и я во всем разберусь. Жень, ты поезжай как можно скорее, ладно? Просто я же выросла в этом детском доме. И знаешь, что это такое? Ты не представляешь, для нас самый главный кошмар был, что тебя в другое место переведут. У нас же не было другой семьи. Зато теперь у тебя есть своя. Я тебе обещаю, что я этого не допущу. Я поеду туда и действительно во всем разберусь. Я тебе слово даю. Спасибо. Спасибо. Вообще у нас все будет так здорово. Угу. Так хорошо. Мы будем жить с тобой долго-долго. И умрем в один день. До того мы обязательно родим еще ребеночка. Может быть, двух. Потому что 4 на самом деле в 2 раза лучше, чем 2. Я тебя так люблю. Тебя очень люблю. Родной, я тебя очень люблю. Всю жизнь. Беги, 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 беги. Беги на работу, беги. Дети опоздают. Пока. До вечера. Спасибо. С переездом помогли. Да ладно. Дайте внучку хоть поцелую. Да вам уж так забывали. Да ладно. Да ладно, вам дайте моя. Что? Я автобус как раз. Все. Ну давай. Все. Уехали. Упрашивала остаться, не захотели. Но оно и понятно. Для зятя в городе работы нет. Лид, завод будет работать. Я тебе обещаю, я что-нибудь придумаю. Завод будет работать. Женька, ты все на себе не тяни. Не справишься. А что, выход есть? Как-то по-другому можно? Так, Ленька, кто тут прыгает? Давай. Надеваем, надеваем, надеваем. Голову, 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 голову. Вот так, ручки давай. Молодец. Давай. Опачки. Давай, накроем тебя. Опа. Ну, все. Не хочу спать. Поспи. Привет. Я думала, ты в тюрьме. А я сбежал. Че смотришь, поверила? Отпустили за отсутствием состава преступления. Ничего вы так устроились тут. Ну, где моя комната? Какая твоя комната? По закону какая? Я в твоей старой квартире был прописан, значит, меня сюда автоматически должны были прописать. Или вы со своим депутатышкой решили из меня бомжа сделать? Кричи, ребенка разбудишь. Буди его, отец приехал. Детям тебя не пущу. А чуть не пустишь? Я такие же права имею. И отец их, понятно? Ты не отец. И прав я тебя по суду лишу. И ты туда же. Вы что, бабы, сговорились все? А что, вторая жена тебя тоже бросила? Детей забрала, молодец какая. Заткнись, дура. Пусти к сыну. Сказала, не пусти. Я говорю, пусти! Ну ты чё? Жень. Жень. Ну, вы тоже меня поймите. Получено постановление. Я считаю, что для детишек это даже будет лучше. Да как это лучше? Секундочку, я просто хочу разобраться. Постановление, между прочим… Извините. Алло, да, Лида? Да, давай быстрее. Я не понял. Евгений Александров? Сожитель потерпевший? Какой же он сожитель? У них свадьба должна была быть через 3 недели. Знаете, Женя уже и платье уже Извините, но в данный момент это не так важно. Как же это не важно? Так вот, я дня через два вызвал вас на допрос. Вы что? Вы что, его арестовать хотите? Да нет. Пока просто поговорим. Обычные следственные действия. Так что прошу вас, не уезжайте из города. Вы поняли? Он понял. Да все это подтвердить могут. И весь персонал, и дети. А вообще, какие у вас основания подозревать его? Какие улики? Умные все стали. Насмотрелись детективов. Улики. Звали? Да, вызывал. Я сейчас со свидетельницей закончу. Ожидайте пока. Мне через час нужно быть на похоронах. Господи, да что вы его мучаете вашими допросами? Ну, он-то не убивал. Да без вас знаю, что не убивал. Дайте ему по-человечески с любимой женщиной попрощаться. Идите, идите. Присаживайтесь, Александр. Ну, что вам сказать? Свидетелей нет, подозреваемых тоже нет. Ладно, коли похороны, то идите. Я вас позже вызову. Только я вас прошу, по-прежнему никуда не уезжайте из города. Евгений, идите. Здорово. Здорово. Ну, что, как? Да ничего. Евгений, мне очень жаль. Да, ладно, я не знала вашу жену, но я уверена, она была хорошим человеком. Женя не была мне женой. Мы не успели пожениться. Я знаю. Но это ж не важно совсем. Какая разница, что на бумаге? Вы сейчас сказали точно ее словами. Слово в слово. Она тоже так считала. Спасибо вам, Нина. Спасибо за помощь. Спасибо за сочувствие. Батаев мозг не ест. Каждый день. Чайная ложечка. Инвесторы нервничают. Губернатор в отказе. Теперь и директор детского дома задергался, понимаешь? А все потому, что это Александров. Воду мутит. Да пусть мутит. В мутной воде лучше рыба ловится. Ну куда же, я не пущу, Андрей Павлович. Батаев где? Боженька, спасибо, иди. Уехал в Москву, срочно на переговоры. Но вы можете полностью мне доверять, что случилось. У нас нет секретов. Ладно, Андрей, если мы с тобой все обсудили, да? Я пойду. Угу. Звони. Держись. Пойдем, Маруся. Это ж надо было такому случиться. Вот сколько плохих людей земля держит, а Женьку, ангелочка нашего, Бог забрал. Ой, и детей жалко. Одни остались без матери. Нет, Маруся. Как мы будем дальше без нее жить? Очень плохо. Но мы справимся. Мы обязательно справимся. Тебе будет тяжело справиться с двумя детьми. Но я уже большая. Если я буду тебе помогать, ты ведь не отдашь нас в детский дом. Маруся, я тебе обещаю, что я никогда не оставлю вас. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Мы семья. А я ваш папа. Я никогда не дам вас в обиду. Поняла? Пойдем, папа. Надо еще Леню из садика забрать. Алло, Тимур, здоров. Привет, Андрей. Слушай, ко мне пришел тут один твой старый знакомый, Виктор Бойцов. Что-нибудь случилось? Попал в историю. Мне кажется, он очень может быть нам полезен. И с Александром разобраться в том числе. Что? Опять Александров там под ногами путается? Тимур, ну телефонный разговор. Ага, ну что думаешь? Подумай, как его можно использовать. Поможем и мы человеку? Ага. Пока до связи. Давай, давай. Машенька, спасибо, дорогая. Все, давай. Ну что, теперь ты официально наш начальник службы безопасности. Оформим все задним числом. Все подтвердят, что в это время ты был на работе. Свидетелей найдем. Так что, я надеюсь, ты понимаешь, что это все не просто так. Теперь тебе придется решать сложный вопрос. И очень сложный. Не всегда законный. А? Мне деваться некуда. Я согласен. Совсем тебя не уважаю. Я сказала, пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда. Ты что творишь, дура? Ну, побери. Пусти, я сейчас полицию вызову. Полицию она вызовет. Полицию, стой! Ты совсем у тебя офигела, что ли? Полицию. Полицию. Ну, здесь культурно отдыхать. Балдела. Вот, Серега, вот ты скажи, вот кто в доме хозяин, ты или он? Один ты ее. Так что я не хозяин, я здесь. Квартира ее. Сейчас мы этой дури. Устроим. Квартира ее. Когда-то у него были проблемы с алкоголем. Со мной он стал совсем другим человеком. Совершенно не пил, ни грамма. Занимался спортом, специальной диетой, тренировки. Алкоголиков бывших не бывает. В полицию обращались? Обращалась. Мне сказали, если побоев нет, разбирайтесь сами. А мне что, с ним в драку, что ли, лезть? А теперь еще своих дружков привел. Они всю мою квартиру оккупировали. Я не знаю, что делать. Это ваша квартира? Алло, Кленовая, 14, третий подъезд. Посадил дед репку. выросла ревка большая-пребольшая. Пришло время урожай собирать. Стал дед репку из земли вытаскивать. Ужинать принесла. Ну ничего, мои дорогие. Ничего, сейчас кушать будем. А что там? Пюрешка, котлетки. Все теплое. Спасибо, тетя Лида, я сама положу. Пойдем, Лень. Женечка, ну, надо дальше жить. У тебя же вон дети. Ты садись. Вон, смотри, какая Маруся стала взрослой. Как о брате заботится. А тебе о них двоих надо заботиться. Завтра пойду в комиссию по опекунству. Буду заниматься усыновлением. С этим вопросом я бы не торопилась. Понимаешь, Женечка, это же мы все знаем, что ты им отец. А по документам ты им никто. Их же вообще хотели сразу в полицию забрать. Но потом закрутились, забыли. И слава богу. А пока ты заявление оформлять будешь, их же в детский дом заберут. А вернут ли? Вот еще вопрос. Уровень преступности в городе растет. Уж я-то знаю, что откуда берется. Вчера я разговаривал с директором детского дома. Он мне прямо сказал, что большая часть детей в его попечении потенциальные преступники. Да ладно, они же дети, к тому же маленькие. Маленькие детки, маленькие бедки. Потом они вырастают, выходят на свободу и остаются в нашем городе. А оно нам надо. Ну хорошо. О, вырядилась. Забыла, что по нашим буеракам только в галошах ходить. Молчите уже. Вот если буду калоши носить, так на всю жизнь одна и останусь. О, что это? Слушайте, а что это такое? Будем двор обустраивать детскую площадку. Слушайте, здорово. Молодцы. Мы-то люди подневольные. Куда пошлют, там и работаем. Скажите спасибо Евгению Александрову. Это он договорился. Катя, я тебе говорила. Хорошо? А, скажите, это третий подъезд? Третий. А квартира 98 здесь находится? Здесь, третий этаж. Спасибо. Вы к Александрову? Да это Елена, его бывшая жена. Да, жена. Узнала, что уже не в семье несчастье случилось. Вот решила его навестить, поддержать в трудную минуту. А откуда вы это узнали? И адрес наш нашли. Вы следите за ним, что ли? Да нет, не слежу. Просто интересуюсь жизнью близкого мне человека. Мы с ним 20 лет прожили. Не чужие друг другу люди. Ну-ну, конечно. В трудную минуту. Вот освободился хороший мужик, она сразу и примчалась. Да бросьте, Светка. Может, оно и к лучшему. Че ему на наши рожи смотреть? Кто мы ему? Никто. Соседи. Ты сам-то как? Я не знаю. Вот и я. Как-то у нас с тобой все зеркально получилось. Каждый попытался новую жизнь построить. И ни у кого ничего не вышло. Ни у тебя, ни у меня. А знаешь, я вообще думаю, что наш развод – ошибка. Я тебя часто вспоминала. Даже соскучилась. А что? Мы с тобой неплохо жили. Не успела. Лена. Лена, я не хочу об этом говорить. Можешь жить здесь. Какое-то время. Тут свободная комната. Я бы переехал с детьми в другую квартиру, но она по-прежнему отпечатана. Спасибо. Привет. А ты, наверное, Маруся. А я тетя Лена. Здравствуйте. Но ведь нам не придется называть ее мамой. Он совсем не говорит, доктор. Ну, вы знаете, физически он здоров. Раньше проблемы с речью были? Нет, раньше не было. До тех пор, пока. А потом ни слова. Сильный стресс дает иногда такую реакцию. Ну, а что-то можно же сделать это? Это лечится? Побольше общаться, играть, меньше волноваться. Что-то должно его подтолкнуть, заговорить снова. Но что, никто не знает. Девчонки, вот такие счетчики поставили. Теперь за воду буду в 2 раза меньше платить. Так, извини, алкоголя дома нет. Так что возьми на бутылку. Ну почему на бутылку? Если сантехник так сразу пьет. Я, например, вообще не пью. И не нужны ваши деньги. Я зарплату получаю. Ой, смех. Паш, ты что, на Светку запал, что ли? Света, Паш на тебя запал. А чё, ты хотела мужем? Давай лови, пока не убег. Вот еще. Сантехники мне нужны. Да? У меня другие кандидатуры найдутся получше. Миллионера, что ли, нашла? Ну, не миллионер, но со своей машиной. Ага, значит, теперь на работу на такси ездить, а он таксист. Водитель Светик. Автобуса. А. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Еле успела. Поехали, Славик. Поехали. Ешь. Ну, вкусную кашу тетя Лена сварила? Нет, невкусную. Ешь давай, не капризничай. Поешь немножко, а я вам потом конфетки дам. Лень, хочешь конфетку? Он вообще не разговаривает, я вам 100 раз говорила. Ну, ладно, давай ложечку за папу. За маму. Нет, у нас ни мамы, ни папы. Жень, я все для них делаю, стараюсь как могу. Так, дети, если вы не успели поесть, то я не успеваю вас отвезти. Марусь. Папа, ну пожалуйста. Марусечка, я не успеваю. Отведешь их? Конечно, отведу. Марусь. Давайте. Ты есть будешь? Будешь есть? Успокойся, тетя Лена злая, как мачеха из сказки «Золушка». Поскорее бы она уже от нас уехала. Ах ты, маленькая поганка. Это еще неизвестно, кто первый отсюда уедет. Валим отсюда! Вот еще. Давай. Мне тоже. Что там у вас? Да не прячь, я видел сигареты. Дай сюда. Стоять. Отстань! Тихо, тихо, тихо. Пусти, я сигарет сказал. Давай. Вот так, спички. Это где продается такое? Мы нашли. Там пачка со спичками была. Где нашли? Около мусорки. Ага. Ну, верю. А я ведь знаю вас, пацаны. Детдомовские. Сбежали, что ли? Понятно. Пошли. Куда? Как куда? В детдом. Мы уже взрослые. Где хотим, можем гулять. Хватит, нагулялись. А мы никуда не пойдем. Налево направо и шагом марш. У меня заложник, понятно? Я сам пойду. Ты сам иди. Пусти меня. Ага. Учительница не ругалась, что ты опоздала? Нет, она меня теперь вообще не ругается. Это из-за мамы. Угу. Так, я из опекунского совета. Это дети покойной Евгении Бойцовой? Да. Я их забираю. Дети остались без попечителя, с чужими людьми. Как с чужими? У них же отец есть. Ну, то есть он хотел жениться на их маме и их усыновить. Понятно. Если так называемый отец собирается воспитывать детей, пусть напишет заявление на усыновление. И комиссия будет решать. А сейчас о них позаботится государство. Можете собрать вещи и потом привезти в детский дом. Так, пойдемте. Подождите. Детский дом. Да подожди, так же не делается это. Подождите. Марусенька, Леня, ну, ой, ну, как же так не делается? Ну, подождите, ну, ой, да что ж такое-то, а? Ой, ужас. Лена, звони Жене, детей в детский дом увезли. Я сейчас пойду. Позвоню. С городского позвоню. Угу. Сдаваться воспитателям везде здоровый образ жизни. А спасибо. Ага. Папочка, забери меня отсюда! Маруся? Маруся! Маруся, ты… Мальчики, как же так, а? Тимур, мы же об этом уже говорили. Без телека тут совсем помрешь. Ну, тетя, ну, так, пожалуйста. Все, с глаз моих долой. Нина, я только что видел Марусю. Леня тоже здесь? Что мои дети делают здесь? Бойцовы? Я как-то не связала, что это ваши дети, фамилии разные. Воробьева из опекунского совета привезла, сказала, выявила детей, лишившихся родителей. А они вам что, не родные, да? Они не родные. Но это мои дети. Это дети Жени Бойцовой. И мои, понятно? Все понятно. Вам нужно обратиться в опекунский совет, написать заявление. Я напишу заявление. Я сделаю все, что нужно. Но пока это делается, мои дети прекрасно поживут дома. Я вас прошу, не надо этого делать. Если вы их заберете, вы их уже никогда не сможете усыновить. У нас уже были такие случаи, я знаю, о чем говорю. Прежде всего, вы делаете хуже детям. Они любят вас. А вы навсегда их лишите возможности быть с вами. Я могу их хотя бы увидеть сейчас? Лучше не сейчас. Евгений, не переживайте. У вас все получится. Чем смогу, я помогу. По закону вы должны были в течение 7 дней сообщить в комиссию по опеке, что дети остались без опекуна. Так что вы сами грубо нарушили закон. Кстати, а почему ребенок не разговаривает? У него что, нарушение речи или просто отставание в развитии? У мальчика нет отставания. У мальчика умерла мама. В этой ситуации это вполне нормально. Нет, это не нормально. Ребенка надо показать врачу. Я показывал. А вот вы мне скажите, у вас самой-то есть дети? Это не имеет никакого отношения к делу. Я 20 лет работаю в опеке. Думаю, что этого достаточно. У них умерла мать, но ведь отец-то у них есть. Отец в СИЗО. Приговора ждет. А может, уже в тюрьме. Так, ну тогда у вас два пути. Или через суд усыновлять детей, лишив родного отца родительских прав. Или вас могут назначить опекуном. Но только после решения комиссии. Мне абсолютно все равно. Мне абсолютно все равно, как вы это будете оформлять. Мне важно, чтобы мои дети были со мной как можно скорее. Это понятно? Вы с детьми так же разговариваете? Через комиссию, думаю, это будет быстрее. Так, заседание на следующей неделе во вторник. Вот вам заявление, вот образец. Пишите. Ольга Петровна, я в кафе. Для вас очередь занять? Да, я сейчас подойду. ЧП. Хотела тебе сразу позвонить, но не хотела от работы отвлекать. Детишек в детдом забрали. Я знаю. Ты не расстраивайся. Ну, не переживай. Ничего страшного. Может быть, им там с другими детишками даже лучше будет. А мы пока с тобой побудем вдвоем. А я не понял, а что вы делаете? Да говорят, сам губернатор приезжает. Надо же подготовиться. Не надо ни к чему готовиться. Пусть все видят, как дело обстоит. Ну, как хотите. Здравствуйте. А вы куда? Я к своим детям. Посещение же с двух. Евгений Александров, депутат. К деткам пришли. Подождите. Скажите, а характеристику с места работы вы принесли? Справка о зарплате, справка от терапевтов, что вы ничем не болеете. А это вам зачем? Мне? Это вам эти справки нужны, чтобы получить разрешение посещать этот детский дом и видеться со своими детьми. Это правила такие? Да. А скажите, эти правила никак не связаны с приездом губернатора области сюда? И с тем, что вы собираетесь разогнать этот детский дом? И, может быть, мое появление здесь немножко не входит в ваши планы, даже, наоборот, ваши планы нарушает. Так или нет? Фокин! Я здесь, Петр Григорьевич. Слушаю вас. Ты где ходишь? Да я хотел перекусить. Я тебя сейчас так перекушу. Значит так, звони в полицию и сообщи, что какой-то неизвестный силой пытается проникнуть в детский дом. А вы идите. Я с вами драться не собираюсь. Но запомните, после того, как сюда приедет полиция, вам вряд ли удастся когда-нибудь увидеться со своими детьми. Ну. Фокин. Я здесь. Проводите господина Александрова на выход. Хорошо. Прошу. Евгений. Не задерживайтесь, пожалуйста. Сейчас, отец. Я через час выведу детей на прогулку. Приходите, там увидитесь. Ну, была еще такая версия, что вашу невесту мог убить ее бывший муж, Виктор Бойцов. Тимур, странная версия. Виктор уже больше года в СИЗО в ожидании приговора. И кому, как не вам, это знать. Виктор Бойцов был освобожден за отсутствием состава преступления. Я этого не знал. Уже не с Виктором были очень плохие отношения. Но, к сожалению, у него такое же железное алиби, как у вас. Весь день он был на работе, и все сотрудники могут это подтвердить. Так что, если что узнаете, звоните. Скажите, я могу узнать, где работает сейчас Виктор Бойцов? Да, конечно. Начальник службы охраны в какой-то строительной фирме. Вот. Горизонт. А непосредственный руководитель у него Тимур Батаев. Все понятно. Спасибо. Да, не за что. До свидания. Планирую забрать их оттуда и усыновить. И, надеюсь, вы не будете иметь ничего против. Ах ты, не буду иметь ничего против, если какой-то левый хмырь хочет забрать моих детей. Ваших детей вы не видели с того момента, как освободились. Они, наверное, не очень вам нужны. А вот это уже я буду решать, что мне нужно, а что нет. Дети мои. И я их заберу. Позже. Устроюсь, обживусь и заберу. Ишь, жену увел, квартирку подрезал, теперь детей хочешь забрать? Слушай, ты на квартиру-то не претендуешь. Детей ты видеть не хочешь. Что-то не очень на тебя похоже, Виктор. Скажи, это же ты Женю убил. Ты чё несешь? Я только из газет узнал, что она умерла. Я был на работе, у меня железное алиби. Меня все сотрудники видели. Дура неловкая. Папа, ты пришел нас забрать домой? Нет, Марусенька, не сегодня. Сегодня не получится, прости. Ладно, но ты хотя бы будешь приходить к нам в гости? Я бы очень хотел, если разрешат. Мы гуляем тут каждый день, так что… Я постарался каждый день приходить. Спасибо вам за то, что вы ради нас свои правила нарушаете. Ой, не за что. Глупые правила созданы для того, чтобы нарушать. Ребята, заходим в корпус. До свидания, Леночка. Папа. Давай, малыш. Пойдем. До завтра. Эй, тихо, Валера. Лена, Тимур! Полюбуйтесь. Вот, Ковровский детский дом закрыли, их к нам перевели, но никакого сладу нет. Держатся стайкой, как волчата, хулиганят. Страшно представить, что будет с каждым из них, если наш детский дом закроют. Пацаны, нужен присмотр. Ну, спасибо. Евгений, а как следствие продвигается? Убийцу не нашли? Да пока нет. Честно говоря, они пытаются списать все на несчастный случай. Но я чувствую, это неправда. Дорогие друзья, детские дома – это пережиток прошлого. Сирот в нашей области быть не должно. Поэтому мы приняли решение ваш детский дом закрыть, обеспечить детям, так сказать, нормальную жизнь. И куда вы детей денете? Отдадим их в другие детские дома. Валить с хорошими условиями. Согласен. Некоторых отдадим. Валить это надо. Есть очень много заявлений, в том числе и из других городов. Скажите, а кто непосредственно принимал это решение? А вы, собственно, кто? А я, собственно, депутат городского собрания Александров. А, понятно. Кстати, многие городские депутаты это предложение поддержали. Я не из их числа. Ну что ж, Петр Юрьевич, да. Нам с вами нужно обсудить кое-какие организационные вопросы. Прошу, пожалуйста, мой кабинет. А вы, Александров, если будете так продолжать, детей своих не увидите. Они так решили. Ну, как будто это так легко. Так легко у них не получится. Я обещаю. Добрый вечер. Андрей Семенов, местные новости. Здравствуйте, очень приятно, Андрей. Наши читатели давно ждали интервью с вами, но вы постоянно заняты. Да, за это я прошу прощения. Ну, а сейчас нам очень нужна ваша помощь. Сейчас создалась такая ситуация, что могут отобрать наш детский дом, а этого допускать никак нельзя. Потому что я считаю, что ситуация, произошедшая в Ковровской области… Извините, а вы считаете, что за этим кто-то стоит? Не хочу быть бездоказательным, но я точно знаю, что одна строительная компания проявляет очень активный интерес вокруг этой ситуации. Угу. И что вы намерены делать? Я намерен бороться. Но у меня одного, к сожалению, сил немного. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь всех неравнодушных, всех тех, у кого сердце бьется неровно, кто может слышать, кто понимает проблемы детей, которых могут выселить из их дома. И я уверен, что если все вместе возьмемся, мы победим. Конечно, да. Виктор Бойцов к нам так и не обратился, так что сейчас обсуждаем кандидатуру Евгения Александрова, потенциального опекуна. Мы хотим с папой. С каким папой? Вот с этим. Это наш настоящий папа. Девочка, не путай нас. Ваш родной папа Виктор Бойцов. Вообще-то мы даем возможность детям выбрать, с кем они хотят жить. Это решительно невозможно. Вы, Евгений, как я поняла, не женат. Мы же не собирались пожениться. С матерью детей мы собирались пожениться, но не успели. Она погибла. Да, я не женат. Да как вы, мужчина, собираетесь один воспитывать детей, еще и не родных? Нет, здесь даже обсуждать нечего, я так считаю. Вот если женитесь, приходите. И мы пересмотрим свое решение, а пока дети останутся в детском доме. Евгений, вы сделали все, что могли. Я обещал вам, что сегодня они будут дома. Марусь, не сердись. Ну, не получилось у меня сегодня, Марусь. Но я обязательно сберусь отсюда. Маруся! Значит, для того, чтобы их забрать отсюда, мне нужно жениться. Да? Я женюсь. Я женюсь. Женитесь? На ком? Какая разница? Просто женюсь и все. Опять все остыло. Жень, я вообще перестану готовить. Ты совсем не изменился. Что раньше приходил за полночь, что теперь. Лен, выходи за меня замуж. Лена, я не поеду в Москву, потому что моим детям здесь лучше. Какие дети? Моим детям. После того, как мы поженимся, у меня будет возможность забрать их домой. Мне так объяснили. То есть ты сделал мне предложение ради детей? Ты совсем рехнулся, Александров? Может быть, ты... Еще хочешь, чтобы я положила на них свою жизнь? Ты не имеешь никакого отношения к этим детям и не будешь иметь. Я буду сам ими заниматься. Это ты никакого отношения к этим детям не имеешь. Ими должно заниматься государство. Есть законы, и надо их соблюдать. Мне в опеке сказали, что… В опеке? Ты была в опеке. Так это ты отправил детей в детский дом? Никого никуда я не отправляла. Они сами их забрали. А я считаю, что по закону я должна была сообщить в органы опеки. Уходи отсюда. Уходи, я не хочу тебя видеть. а кто это у нас нарисовался? А мы думали, что ты хоть месяц продержишься. Да, наш Александров совсем в женщинах не разбирается. Ему нужна добрая, хорошая, семейная. Уж не себя ли ты имеешь в виду, Светка? Ну, я-то это идеальный вариант. Только поезд уже ушел. У меня есть жених. Да ну. Что-то твой жених не очень торопится, он тебе женится. Светлана Алексеевна, я тут это, ну… Ну, ближе к делу. Ну, счетчики нам привезли в ЖЭК. Финские новые, хорошие. Если хотите, я могу вам их установить. Ох, Светка, Светка! Упустишь ты такого хорошего мужика. Не упущу. Ой, смотри, прикатил. Здрасте. Здрасте. Нормально. Девчонки, тут все. Ой, спасибо. Что такое? Ух ты. Это что ты мне хотела подарить, да? Мне подарок? Ну а что? Разборная получилась, как конструктор прям. Сломали? Ябеда, ну я же просила не говорить. Они обижают вас, Марусь? Они не только нас, они всех. Вот скажите, почему форточка не открыта? Вещи валяются, почему ничего не убрано? Грязь. Нина, я ничего не понимаю. Чем вы вообще занимаетесь? Что же, товарищ директор, за детьми-то не следите. Вас подростки обижают, малыши. Да? А я не должен за ними следить. Пусть вот воспитатели за ними следят. Я, кажется, понимаю, о каких детях вы говорите. Это не наши дети, они к нам прибыли недавно из другого детского дома. Теперь ваши. Разберитесь и наведите порядок. Хорошо, я разберусь, наведу порядок. Поднимите ко мне кабинет, и вы напишите на них заявление. Мы постараемся от них избавиться. Я вам говорил, надо закрывать этот рассадник преступности. Потому что найти общий язык и воспитать пацанов, совсем не обязательно закрывать весь детский дом. Надо просто навести порядок и не бежать от проблем. Как-то у вас все легко получается. Будете писать заявление или нет? Чего я не буду писать? Я вот плохо вижу, у тебя хорошо получается. Лин, куда отправилась? Привет. Привет, пойду в банк съезжу, пенсию получу. Там за 2 месяца накопилось. Дети же приезжали, не до этого было. Счастливо. Ну ты смотри, опять они тут. Эй, вы! Ну-ка, убирайтесь отсюда, хулиганье! А вам что, жалко, что ли? Жалко у пчелки! Я сейчас участковому позвоню. Иди сюда. Сумку все-таки видел? Погнали. О! Здравствуйте. Славочка, ты пакеты на заднем сиденье не забудь? Да-да. Ой, красота. А мне Слава сегодня, между прочим, предложение сделала. Поздравляю. Не думала я, что этот молокольный такой прыткий. Нет, ну ты подумай, лифт опять отключили. Заявление мы подадим в Центральный ЗАГС. А если хотим, как люди, в субботу, значит, нужно приехать пораньше и занять очередь. А платье я тебе уже давно выбрала. Банкет организуем в нашем кафе. Хозяин обещал сделать хорошую скидку. Ой, Славик. А ты что, не рад? Ой. Тут одна проблема нарисовалась. Что случилось, Славик? Ты машину мою видела? Совсем развалилось, ведро старое. На свалку пора. Мне халтурить надо. Зарплата у нас сама знаешь какие. Семью не прокормишь. Так надо машину новую купить. Надо. Надо в кредит брать. Потребительский кредит в банке так выгодней. Опять проблема. Банки сказали, что у меня прописки местной нет. Кредит не дадут. А у меня? У меня же есть прописка. Мне дадут? Ты что, будешь для меня кредит брать, Свет? Ну какая разница, на кого кредит записывать? Мы же семья. Деньги, машина общая. Какая ты у меня классная, Свет. Что случилось, Лид? Случилось, Жень. Пошла пенсию получать за 2 месяца. Там еще от города дотацию дали 3000. Думала, внучке подарок куплю. У нее уже скоро день рождения. А тут… Заходи. Только не волнуйся. Понимаешь, пока ходила по магазинам, возвращаюсь. Вдруг мальчишки какие-то, сопляки совсем. Подбежали, сумку выхватили и убежали. Там все. Документы, деньги, телефон. Мальчишки, говоришь? Так, а что здесь происходит? Да, приказано никого не пускать. А вот как быть с этим? Налетел как ураган. Тем более, что как человек вправе. Его обокрали. Что украли? Опа. Доставай, давай. Это личные вещи. Моей соседки, Лидии Петровны. Денег, конечно, нет. Она только что получила пенсию за 2 месяца. Где деньги, пацаны? Тут все, почти. Мы немного на мороженое потратили. Мальчики. Мальчики, ну как же так, мальчики? Как вы… Простите нас, тетя Нина. Хорош ныть. Ей все равно на нас плевать. Мне не плевать. Я верила вам. Я вас ни разу не наказала. Как... Поздно наказывать. Поздно. В полицию звонили? Никак нет. Звоните. С ума сошли. В конце концов, дети. Какая полиция? Ну, для вас это дети. А для колонии они вполне взрослые. Я заявление все равно не подпишу. Ну, ваше дело. Только в следующий раз не обижайтесь. А вы, чтобы запомнили раз и навсегда, что за каждое действие вы несете персональную ответственность перед своей собственной жизнью. В армии меня этому быстро научили. В армии? В армии. Вас там учили драться? И драться учили. И всему тому учили, что нужно мужику, чтобы врага побеждать, быть настоящим человеком. Думаешь, он нас реально научит драться? Да что меня учить? Я так все умею. Что делаешь, а? Давай, Нина, давай! Тихо! А ну встать! Стой! Построиться! Блин, мое! Держи. Команды смирно не было, но и вольно тоже. Ну-ка собрались. Потянулись, бойцы. Другое дело. Хотя бойцов-то, честно говоря, пока не наблюдаю. Не, ну так, чтобы во дворе вдвоем на одного навалиться, это вы можете. Но это скорее серии шпаны. Боец начинается вот здесь и вот здесь. Если вы думаете, что я вас буду учить приемчиком, чтобы вам было легче справляться со слабыми, вы ошибаетесь, это никому. Моя задача научить вас быть храбрым и уважать соперника. Это понятно? Да. К такому готовы? Готовы. Я не слышу. Готовы? Готовы. Начнем с разминки. Нале. Во. Не быстро. По кругу. Бегом. Марш. Гулять. Сейчас остальные закончат, и мы все вместе пойдем гулять. Хорошо. Когда самурай уходит в поход, он должен полностью забыть про свою семью и дом. Я мамку свою так почти не помню. Это что, настоящий самурай? Отдайте! Отстань от нас! Тимур, сядь на место. Что там у вас? Кодекс самурая? Вы прочитали эту книгу? Да. И вам понравилось? Да. Это нам дядя Женя дал. И мы решили стать самураями и героями. Дядя Женя пришел. Можно мы пойдем? Папа, папа! Да. Ура! Бегите. Нашего папы губы красите? Просто обветрила. Неправда. Это для нашего папы. Он вам нравится. Марусь, ваш папа очень хороший человек. Конечно, он нравится многим. Ну, пойдем скорее его встречать. Да, Василий Петрович. Конечно, я видел статью. Да знаю этого Александрова, вечно лезет, куда его не просят. Общественность против? Не будете рисковать должностью? Я вас понимаю, Василий Петрович, но поймите меня тоже. У меня с инвестором договоренности. Он хочет, чтобы строительство началось уже вчера. Хорошо. Давайте 2 недели мы подождем. Но потом уж, пожалуйста, я перезвоню. Значит так, для меня он всегда свободен, поняла? Андрей Павлович, я и говорила, а она… Машенька, Лизонька, проходи. Все хорошо, все. Точно хорошо. Можно? Или я не вовремя? Нет, ты всегда вовремя. А вот эта коза меня так, не пускала. Тихо, тихо, тихо. Машенька, все. Если потом поговорим, позже. Да у меня, а у Тимура. Не обращай внимания, она просто сухнет. О, приехали. А про меня ты ей сказал? Ну, во-первых, я с ней по душам не разговариваю. А во-вторых, если я буду болтать, направо и налево наши с тобой отношения вряд ли это понравится твоему мужу, верно? Да. Угу. А, кстати, а сегодня он придет очень поздно. Можем что-нибудь придумать. Намек понял. Закажи номер, хорошо? Дядь Жень, угу. А тут написано, что самурай должен постоянно думать о смерти. Это мне что, ложиться и помирать, что ли? Зачем ложиться помирать? Надо что-то полезное сделать сначала. Так, по поводу смерти. Я думаю, что вы просто, братцы, немножко не дочитали. До главного не дошли. А, в принципе, когда говорится о том, что самурай должен поверить в то, что он уже когда-то умер, это нужно для того, чтобы бороться со страхами. И тогда он может больше радоваться жизни. Избавился от страхов, радуется жизни. Изучайте это дальше, ребят, читайте. Опять этот Александров здесь? Ну, что они делают? Вы же сами хотели, чтобы была спортивная секция. Ну, так пусть спортом и занимаются, что они кланяются-то? Это приветствие самурая. Ладно, пусть делают, что хотят, недолго осталось. Здравствуйте, девушки! Здравствуй, Надюша. О, батюшки, это кто же у нас нарисовался? Светкин Хафель, что ли? Ой, и это ж откуда такая красота? Здрасте. Здрасте. Остался. Славочка, тут требование из банка пришло. Просрочка платежа по кредиту. Ты что, не платишь? Ну, заплачу я как-нибудь. Нет, ну тут написано, что имущество у нас заберут в счет долга. Надо заплатить. Тебе надо, ты и плати. Значит, когда кредит брали, все общее. А когда у тебя машина, а у меня долги, все порознь. Это после свадьбы у супруга все общее. А я, слава богу, тебе пока не муж. Что значит, слава богу? А то и значит, Свет. Ну, пригляделся я к тебе, и мне кажется, что нам не надо связывать друг друга узами брака. Знаешь что, Славочка? Да пошел ты! А пойду. Сиди здесь одна. Отдохни. Ну и проваливай! Больно ты мне нужен! Еще морду воротить он будет! Мошенник! Давай, Светка, давай, бомби! Света, что случилось? Да что ж такое, а? Поезжай! А как же кредит? Какой кредит? Да я на свое имя кредит взяла. Ну так машина и твоя будет? Нет, я взяла потребительский кредит. На его имя записала машину. Ну, Свет, ты с ума сошла? Ну, ты что, вообще дура, что ли? Ну, ведь в каждой газете пишут, что этого делать нельзя. Вот я ж думала, что мы поженимся. Светка, да не собирался он на тебе жениться. Ради машины все это и устроил. Аферист чистой воды. Ага. А мне кажется, или здесь что-то слегка происходит? Да вон Света выгнала своего жениха. Света, расскажи Жене, как он тебя обманул. Может быть, он чем-нибудь поможет. Да не надо мне ничем помогать. Я сама. Угу. В банк несметные тысячи платить будешь, а этот на халявной машине будет раскатывать. Жень, ну подожди уже, ну. Ну надо же. Ну а что ждать-то? Человек не хочет помощи. Что ждать? В общем, Светка в такую историю влипла. Взяла кредит на своего жениха, а он ее бросил. Теперь ей этот кредит надо выплачивать. Ну ты депутат, ты помогай. Куда ехать? Приветствую. Я тут Синицына ищу. Знаете такого? А, тот еще, водитель кобылы. Сваливает с маршрута раньше времени и бомбит на себя. Вон, в автобусе сидит. Спасибо. А че он тебя покатать обещал? Ну, типа того. Красивый депутат. Не иначе. В конец, подходите, там прохладненько. Приветствую. Привет. Синицын? А чё? У Светки деньги брал? А ты чё, новый Светкиных кахоль? Я сосед. Но это к делу не имеет отношения. Долги отдавать надо, слова. Знаешь что, сосед, иди-ка ты… А ну, выйди! Руки-то убери, слышь ты! Я говорю, руки убери! Мужики! Ты чё, полегче? Чё тебе сделал-то? До остановки не даешь, что ли? Вот объясни. Объясни людям, откуда у тебя машина новая. Чё, купил машину? Женщину напанул. Башку задурил ей, обещал жениться. Она кредит взяла на свое имя в банке. И он машину ему купил, чтобы он гоголем здесь ходил. И Светка из последних денег своих, и зарплаты будет теперь твой кредит выплачивать. Очень красиво, Слав. Это какая Светка? Из кафе, что ли? Слава, так мы же каждый день к ней обедать ходим. Не мужик ты, что ли? У бабы брать деньги – последнее дело. Да отдам я все, отдам. Да, отдашь. Он вернет, ты не волнуйся. И Светке передай, чтобы не волновалась. До копейки все вернет, мы проследим. А попробуешь свинтить ребятам, скажу, баранку открутит тебе. Крутить нечего будет, понял? Здорово, Славик. Лизненька, ну как же так? Мы же вроде договаривались. Я столик в ресторане заказал. Муж с командировки вернулся. Прям анекдот какой-то. Ладно, давай завтра. Да? Да, нет, люблю тебя, целую, конечно. Давай. Бабы. Да, заходи. Вот так вот, Машенька, женщинам верить нельзя. Не все женщины одинаковые, Андрей Павлович. Да? Что-то тебе. Угу. Чё с ручки? Ладно. Ну да, ты у нас исключение. И старательное, и исполнительное. Машенька, давно хотел спросить, а ты вообще замужем? Нет. Подожди, но жених-то у тебя есть? Ну, любимый человек, в конце концов. Есть. Точно? Машенька, а не составишь ли ты компанию сегодня вечером своему уставшему начальнику? Может, перекусим где-нибудь, а? В ресторане? Я с удовольствием, Андрей Павлович. Так давай договоримся в нерабочее время не Андрей Павлович, а просто Андрей. Договорились? Да. М? Хорошо. Точно? Да. Значит так, только что получено окончательное постановление губернатора области. Детский дом закрывается из экономических соображений. Финансирование прекращено. Я уже составил списки по распределению, можете ознакомиться. Посмотрите, дети Бойцовой. Марусь увозят в детский дом, где есть свободное место в группе детей ее возраста. А для Лени березка. Так это же дурка. Интернат для умственно отсталых, а он абсолютно здоров. Дайте-ка мне эти списки. Как это вообще возможно, взять и распихать детей по разным углам? Идем разбираться. Детский дом, где находится на городской территории. Но финансировался он из областного бюджета. Скажите, но если такая большая область не может найти финансирование для такого маленького детского дома, а он находится на территории города, то разве не логично, чтобы именно город взял на себя его обеспечение? Ну это нереально, нереально, дорогой вы мой. Городской бюджет, вон, дыра на дыре и дырой погоняет. И вы это прекрасно знаете. Если бы наш завод работал как раньше, мы бы не то что детский дом, мы бы больницу построили, школы, детские сады. А сейчас сами еле перебиваемся. Так что же делать-то, Геннадий Степанович? Как же дети? А вы попробуйте поискать деньги в других источниках. Привлечь, так сказать, спонсоров. Из числа городских бизнесменов, предпринимателей. Они вас хорошо знают. И потом законом не запрещено спонсирование государственных учреждений. За это даже налоговые льготы полагаются. Мамочка родная, я тебя люблю. Все цветы весенние тебе я подарю. Мне их всех жалко. Ой. Уважаемые будущие усыновители, большое спасибо, что вы к нам пришли. Сейчас наступил момент, когда можно поближе познакомиться с детьми, поэтому не стесняйтесь, подходите. Может быть, вот мальчика маленького? Ну, я думаю, что вообще девчонка. Ленечка, да. Иди сюда. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Это Леня. А постарше есть кто-нибудь? А, постарше, пожалуйста. Давай. Ленечка, пожалуйста, присаживайся. И охота тебе перед ними унижаться. Что? Они из Москвы. Если я им понравлюсь, они заберут меня с собой. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот это вот Иван, это Тимур, это Гена. Можете любого брать. Хотите всех вместе? Нет, троих мы не прокормим. Да вы не волнуйтесь. На приемных детей положена денежная компенсация. О как? Да. Так это другое дело. А хотите, я вам стишок прочитаю или песенку. А Маруся вредина и дерется. Значит, тебя Маруся зовут? Да, но я с вами никуда не поеду. У меня есть брат и папа. Он меня заберет скоро домой. Нина, сядьте, пожалуйста. Что случилось? Понимаете, мы могли бы взять эту девочку, но она говорит, что у нее есть брат. Вы знаете что, вы не волнуйтесь. Если вы хотите взять эту девочку, берите ее. Можно, да? Не обязательно вместе. Тетя Нина, не отдавайте меня им. Я не знаю, я не могу. Подождите. Я не могу. Когда нужна была помощь вам и вашему бизнесу, сделал все, что мог. Вы же нашли вам помещение для нового магазина, Сергей? Да. А вам, Олег, мы нашли кредит. Вам нужен был кредит на развитие, мы его нашли. И нашли потребителей, поставщиков. Сделали все для того, чтобы вы могли спокойно и достойно работать. Теперь нужна помощь мне. Причем поймите, прошу-то не для себя. Мы понимаем. Если какая другая просьба будет, вы обращайтесь, мы поможем. Но здесь Евгений, подождите. Вы не обижайтесь на нас. Ну, такая ситуация. Все знают, что все это устроил Батаев. Эта земля нужна ему под строительство. И в городе против него никто не пойдет. Что же вы все так боитесь этого Батаева-то, а? Мы просто знаем этого человека. Ладно, если бизнес теряешь, а то и самого в канаве найдут. Скажут, что так и было. Ведь мне самому придется идти к этому Батаеву. Разберусь. Вы к Андрею Павловичу? Да. А его срочно вызвали навстречу. Придется подождать. Хотите кофе? Читала ваше интервью про детский дом. Его же не закроют, правда? Куда же мне это знать? Я как раз пришел поговорить на эту тему. Я уверена, что не закроют. Андрей Павлович просто этого не допустит. Сахар, он во всем разберется. Я думаю, вы не очень хорошо знаете вашего начальника. Я думаю, что он уже во всем разобрался. Ну, конечно. Андрей Павлович вообще у нас очень быстро во всем разбирается. Один раз. Здравствуйте. Евгений, извините, что заставил вас ждать. Лесенька, 10 минут меня подождешь? Попей кофе, Маша сделает. Мария, что вы стали? Сделайте кофе. Ну что, милочка, глаз положила на своего начальника? Так вот даже не думай. Место занято. Спасибо. Я просто не понимаю, Евгений, в чем вы меня обвиняете? Принято решение расселить детский дом. Дети поедут в прекрасные условия. Здание будет отремонтировано. Всем от этого только лучше. Это вам так кажется. А детей расселяют по разным местам. Их разлучают друг с другом. Даже брата разлучают с сестрой. В этом доме у них была хоть какая-то семья. Давайте сделаем так. Я постараюсь повлиять на комиссию по опеке, чтобы ваших детей отдали именно вам. Только учтите, я бизнесмен, а не благотворитель. Я помогаю вам, а вы, в свою очередь, не мешаете мне сносить этот сарай. Договорились? А другие дети? Что с ними? Вы знаете, я тоже бы не отказался от мира во всем мире и от счастья для всех детей. А давайте будем смотреть на вещи реально как-то. Реально, каждый ребенок в этом детском доме. Я не безразличен. Я несу персональную ответственность за каждого из них. Я не понимаю, Евгений, откуда у вас этот максимализм? Я думал, мы можем договориться, как деловые люди. Я тоже так думал. Теперь я вижу, какие вы люди. Вы с вашим этим Батаевым. И договариваться с вами я ни о чем не буду. Скажите, а вам не надоели ваши принципы? Вы же мешаете себе и другим людям. Андрюша, ну наконец-то! Ты закончил свои скучные разговоры? На меня минутка найдется. Да, поехали. Значит так, Маша, скажешь, что я на переговорах буду завтра. А что с детским домом решили, Андрей Павлович? Маша, с каких пор ты лезешь в мои рабочие вопросы? Твое дело варить кофе и приносить мне бумажки, ясно? Ну что, Витя, придется поговорить с ним. Давай, пошли. Александров! Ты что под ногами путаешься, а? А твое какое дело? Ты-то с какого края здесь? Ты что, хорошего отношения к себе вообще не понимаешь? То, что, например, я детей не стал забирать, на квартиру пока не претендую. А что ты не претендуешь? Ты в суд подал. Боишься чего? Я последний раз тебя предупреждаю. Еще раз сунешься, не удивляйся, если с тобой или с детьми что-нибудь случится. Ты сейчас сам-то понял? Ты о своих детях сказал. вообще я тебя предупредил. У людей серьезный бизнес, большие деньги замешаны. Понял? Батарейки для фонаря еще нужны, спички, компас бы пригодился. Так. А я что-то не понял. Для вас что, закон не писан? Чего не на занятиях? Ладно. Может, это и к лучшему. Давайте, собирайтесь. Куда? Как куда? За вами приехал ваш новый опекун. Видите, как я вас забочусь, как о детях родных. Хоть вы этого не заслуживаете. Будете жить в новой семье, в прекрасных условиях. Быстро собрали вещи, только свои, знаю я вас. И через 5 минут жду внизу. Валить отсюда надо. Прямо сейчас. А там еще это, говорили, что за них деньги платить будут, правда? Да. Опекунам положено пособие. А у вас свои дети есть? А как же? 2 девчонки в городе учатся, а на ферме работать некому. Но тут я и подумал, возьму пацанов на лето, пусть трудятся. А если еще и деньги? То есть как это на лето? Вы что, осенью их вернете? Ну, какое же это усыновление? Петр Юрьевич, извините, вы знаете, для чего ему мальчики? Ну, для чего? Чтобы они у него на ферме работали. И что? Этим хулиганам физический труд на свежем воздухе только на пользу пойдет. Он относится к ним как к каким-то рабам. А зимой их куда? Нина, что вы от меня хотите? Через неделю здесь не должно остаться ни одного ребенка. Выбор сделан. Комиссия по опеке выбрала его. У него есть жена, большой дом, дети. Формально он подходит. Где там ваше хулиганье? Мне на ферму вернуться надо. Кстати, парни-то крепкие, вы нормальные парни, нормальные. Скажите, чего не возится? Пойдите, поторопите их. Спасибо тебе. Слава вернул кредит. Ой, это просто чудо какое-то. Я даже не представляю, как ты… Как тебе удалось его заставить? Да поговорил просто и все. Твои любимые. Капусты, что ли? Ну, я, конечно, понимаю, что этого недостаточно. Ты меня от такого долга избавила. Но я могу уборку квартиры сделать генеральную. Окна помыть, да? Одних пирожков достаточно, спасибо. Жень, ты прости меня. Ты ведь мне тогда действительно понравился. Я думала, что ты просто скромный. Это все в прошлом. Давай будем друзьями, хорошо? Хорошо, проходи. Ты молодая, интересная. Обязательно найдешь свое счастье. Где его встретишь-то? Да как где? Как обычно. Где-где? Ну, может быть, рядом с тобой где-то ходит. А ты его не замечаешь. Так обычно бывает. Сейчас час кипит. Вот я раньше на заводе работала. Там одни мужики были. А теперь что, завод закрыли, а в этом кафе… Ой, прости. Чего, ничего. Она уже была сломана. Я все думаю. Я ведь точно такую же глину видел у нас на заводе. Я же не могу ошибаться. Может быть. Надо проверить. Я как раз в отделе контроля качества сырья работала. Там не просто все. Что не просто? Ну, понимаешь, в нашем районе подходящая глина есть. Но о том, что карьер истощен, было задолго известно. Геологоразведчики приезжали к нам, образцы брали. А потом говорили, что ее нашли. Ого. Да. И что? Мы обрадовались, конечно, работа будет. Расслабились. Но через полгода нас всех сократили. Алло. Да, Нина. А что случилось? Хорошо, я выезжаю. Я выезжаю! Свет, прости, чаепить не получается. Пацаны сбежали из дома. Твоя тетка нам рада будет. Откуда я знаю? Я ее 3 года не видела. Слышь, машину убери, а? У тебя место в вагон дал. Ну что ты? Ты посмотри, тут место, ты видишь? Тут... А еще есть что-нибудь? Еще нет. И вот записку нашли. В Японию собрались. Далековато. Угу. Это, пожалуйста, вот к нему. Заморочил ребятам голову. Вот, пожалуйста, результат. Так, а где мы можем составить протокол? А, у меня в кабинете. Давайте пойдемся. Директор прав, я виноват. Я им обещал, что никуда их переводить не будут. Получается, что обманул. Папа, а до Японии далеко? Далеко, Марусь. Они ничего даже подготовить не успели, когда их дядя забирал. Какой дядя их забирал? С усами такой. Фермер. А я им говорила, что они должны подождать тебя, а они на вокзал поехали. Ваня сказал, что к тетке. Но я ведь правда не предатель после этого. Да нет, ты не предатель. Ты настоящий самурай. Только настоящие самураи говорят всегда правду, даже самую тяжелую. Марусь, его телефон. Я тебе буду звонить на него. Будешь мне все рассказывать. Всегда держи его при себе, поняла? Я на вокзал. Я тоже поеду. Иди к себе. А что стоим-то? Да вот, зайцев поймал. В лес решил отпустить. Это пусть еду. Кругом лес, детишки совсем. А. Сердобольные очень. Платить за них будешь? Твой автобус, твои порядки. Давай. Ну что делать будем? Интересно, а в лесу волки есть? Не волков надо бояться, а людей. Вот таких вот, как этот. Бежим в лес! Чего, подвернул? Ой, ты сломал! Уступить не могу! Ничего, ничего, терпи. Ты самурай или кто? А я знаю, где мы. Это Восточный карьер. Мы сюда с отцом на рыбалку ходили. Чего ты гонишь? С каким еще отцом? С родным. Он умер тем летом. Мамка замуж вышла, меня в детдом отдала. Оказывается, не нужен я ей. Как так не нужен? Родной матери не нужен. Не бывает так. Бывает. Например, вот как этот карьер. Люди тут работали, что-то строили. А потом бросили его. Не нужен он стал. А давайте у таксистов спросим, они лучше знают. Ой, Коль, не видел тут ребят? Говорят, из детдома сбежали. Вот эти вот. На автобусе они уехали зайцами. А. Слава, пока на меня бочку тут катил, они к нему в салон и пролезли втихаря. А можно связаться со Славой этим? Позвонить? Сейчас позвоню. Я у тебя кипяточку наберу там. Да. Угу. Алло? Алло, Слав, тут говорят, у тебя ребята в автобусе? Трое, да. Как они там? А, высадил, говорит, у них. А где? Узнайте, где. А где высадил-то? А, поняла, поняла. Угу. Около деревни Веснянки. Километров 50 отсюда будет. Сегодня туда автобус только через 2 часа будет. Это очень долго, мы не можем столько ждать. Там лес, опасно. Слушайте, а может быть Коля там довезет? Коля, подвезешь ребят? Мы заплатим сколько нужно. Ладно, оставьте. Спасибо. Ну вот здесь Веснянки, километр через лес. Слушай, ты же знаешь дорогу, отведешь? Давайте, провожу. Здесь аккуратней. Жень, они были здесь. Линзы потеряли. Разгильдяи. Я отпущусь. Оставайтесь пока здесь. Женя, осторожно! Давно вы женаты? Мы не женаты. Он мой друг. Какой же он вам друг? Вон вы на него как смотрите. И что, это так заметно? Заметно. Жаль, только он не замечает. Хватило приключений на сегодня? Пора домой. Все купила? Ага. Вот, проверь тут все. Вот лимон, вот тут сахар, все. Чай ты хотела. Чай я тут купила? Да. На, денежки возьми. Павел, кажется. Да. Скажите, Павел, а ваши предложения еще в силе? Ну, вы там что-то про щечки говорили, импортные. А, да, конечно. Шутите? Вы знаете, я тут подумала, может быть, действительно хватит по общему тарифу платить. Пора переходить на персональный, личный, так сказать. А, конечно. Пойдемте. Всех доставим, все живы. Да, все отлично. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Да ладно. Да. Ну что здесь? Ну, мальчик небольшой вывих. Ну, ничего, до свадьбы заживет. Налейте ему чаю. А лучше дайте хорошего времени. Ну, кто первый в лес рванул? Давай с тобой. Ну что, все живы-здоровы? Да вроде. Сами справитесь? Все нормально. Давайте вас в город отвезу, что ли? Наступать можно? Только осторожно. Ну что, гвардейцы, взяли раненых товарища. И топаем за мной. Алло, да. Да, я обязательно буду. Я немножко опоздаю, но буду обязательно. Спасибо. Черт там, выездная комиссия на заводе сейчас. Как ты поедешь-то? Весь в глине. Это вещественное доказательство. Спасибо. тут, видимо, уже ничего не поделать. Придется завод признать банкротом. Целиком полностью поддерживаю. Ну, действительно, ну сколько можно сидеть и надеяться на чудо? Ну, конечно, конечно. Здравствуйте. Я прошу прощения за опоздание. Дело в том, что я нашел глину. Я нашел ее. Там целый карьер. Там целый карьер, были разработки. Есть материал, можно спасти завод. Чего улыбаетесь? Думаете, я вас обманываю, да? Я вот думаю, вам стоит пиджачок в химчистку отдать. Посмотрите, правда. Ну, действительно, Евгения, это несерьезно. Ну, предположим, вы нашли какую-то глину. Ну, вы же, собственно, не куличики собираетесь из нее лепить, правильно? Для того, чтобы работал завод, нужно знать, сколько этой глины, где и как она располагается, подходит ли она для производства. Ну, верно ведь я говорю? Да, конечно. Скажите, а где этот карьер? Веснянка, 50 километров от города. Я нашел место, и там были разработки, карьер. Это значит, это глина может быть приспособлена для промышленного использования. А какого она вида, качества, типа, значит, можно просто-напросто установить лабораторным путем. Можно взять анализ, отправить в лабораторию и получить ответ. К сожалению, у города даже на это нет денег. Да-да, а наша фирма, Тимур уже вам говорил, готова выкупить завод по себестоимости, без проблем, хоть сейчас. Такое производство было. И все под склады пустить. Ну хорошо, подумаем. Так я к вам заеду завтра. В районе Веснянки тогда как раз и нашли глину. Только какая теперь уже разница? Документов, подтверждающих это, у нас нет. И завода теперь тоже. Что ж, проект перспективный. И, как мы уже обсуждали с Батаевым, я готов профинансировать строительство. Ну что ж, замечательно, договор подготовлен. Можем прямо сейчас и подписать. Не вижу проблем. Угу. Да, кстати, а как там насчет детского дома? Вопрос-то вы решили? Да, конечно, решен. После подписания договора сразу приступаем к строительству. Угу. Все. Угу. Всего доброго. Буду рад с вами сотрудничать. Ручки можно? Пожалуйста. Спасибо. Взаимно. Ой. Прошу. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Андрей Павлович, я по поводу нас с вами. Тем вечером, ну, когда вы меня пригласили к себе домой, я согласилась. Я думала, что вы… Каким вечером? Что ты думала? Андрей Павлович, я просто хотела узнать, какие у нас с вами отношения. Машенька, какие у нас с тобой могут быть отношения? Я твой начальник, ты моя секретарша, все предельно ясно. Но в тот вечер вы… Машенька, я тебя… Значит, я вам безразлична? Я тебя еще раз прошу, не морочь мне сейчас голову, Маша. Хорошо. Тогда мне лучше будет уволиться. Что? Маша! Ну, правильно Лиза про тебя говорила, сумасшедшая. Маша, кофе мне сделай! Те! Алло, Петр, это Селюнин. Ну что, пора закрывать твой детский дом. Я вас понял, Андрей Павлович. Вопросом распределения детей я занимаюсь вплотную. Давай, времени у тебя 3 дня. Решай вопрос. Как это 3 дня? Я вас прекрасно понимаю, что вы не можете больше ждать. Но мне тоже нужно время, чтобы распределить детей. Я понимаю, что я вам обещал. Да, я вам очень благодарен. Хорошо. Ну что, теперь все? Да. Да, все. Очень хорошо. Детей везем на 2 автобусах. Наталья Ивановна, вы отвечаете за 1-й автобус. Татьяна Владимировна, вы за 2-й. И запомните, детей размещать по автобусам строго по спискам. Всем понятно? Да. Хорошо. Времени у нас немного. Автобусы должны отправляться через 15 минут, поэтому прошу вас. Я куклу забыла. Все делать быстро. Я не понял, куда она пошла? Я же сказал, не надо пускать детей в дом. Здесь уже все закрыто, ясно? Все, идите в автобусы. Ой, ну что с ними делать? Это ужас какой-то. А у нас, Наташ, не ужас. Где теперь работу искать? Их хоть куда-то пристроить. Я не понимаю, почему мы стоим, что вы болтаете? Ведите детей в автобусы, я сказал. Пойдем, разворачивайте, девушка. Первый автобус. Еще сами сделайте. Распределяем всех детей. Так, где сколько лет? 8. Она еще пошла в 1-й автобус. Нет! Отпусти его, я сказал. Нет! Отпусти его! Я тебе сказал, отпусти его! Уберите руки! Никто никуда не поедет. Отойдите от автобуса. Алло, Евгений. Эй! Вы новости сегодня не видели? Ой, что тут творится? Противостояние воспитанников детского дома и администрации. И там Женька наш. На баррикадах-то. На каких баррикадах, Катерина? Что ты придумываешь? Да вот тебе крест. Ой, его опять показывают. Опять показывают. Мы обращаемся ко всем жителям нашего города. Поддержите нас. Нам правда очень нужна ваша помощь. Очень легко, на самом деле, остаться равнодушными к судьбе детей. Просит не оставаться в стороне, прийти. Я вас прошу, поддержите нас, потому что если сегодня мы не заступимся за них, тогда ведь некому совсем будет за них заступиться. Так, я пошла. Лида, Лида, мы все пойдем. Катерина, ты идешь? Надь! А у меня после вот новостей-то мой сериал будет. Слушай, оставьте свои сериалы. Ну-ка спускайся быстро. А потом еще к Петровой соскочи, она дома, я видела. Ну ладно, ладно тебе, чё? Это было ваше решение или вас кто-то поддерживал? Кто, знаете, меня поддерживал? Дети, скажите, вы хотите, чтобы вас развезли по разным детским домам? Нет! И воспитателей хочу спросить. Я понимаю, что для вас это не просто работа. Скажите, вы готовы бороться за ваш детский дом? Готовы. Потому что это наш дом. Это наш дом. Это наш дом. Это наш дом. Значит так, уберите камеру. Это все произвол. Есть постановление губернатора. А вы? Ваше вмешательство – это незаконно. Поэтому немедленно покиньте территорию детского дома. Это наш дом! Да, оставьте детей, пожалуйста, в покое. Мы поддержим Евгения Александрова, да, и не расселяйте детский дом, не отдавайте детей. Дайте я скажу. Я сейчас им все скажу. Молодец. Да, вот сюда. Это все Батаев опять, это его команда. Вот они опять все сравняют с землей. Отгрохают вас и все, как обычно. А на детей ему плевать. И он плюнет и разотрет. Его только деньги интересуют. Вот и все. Вот. Детский дом не отдадим! 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 Поэтому давайте мы сейчас с вами сделаем, господин администрация, попытаемся просто достучаться. Сам он, похоже, не успокоится. Ну что ж, придется ему помочь. Как говорится, не доходит в голову, постучим в печень. Витя, ты пойми, инвестор вложил большие деньги. Очень большие. Строительство должно начаться со дня на день. Понимаешь? Да понимаю я, понимаю. А делать-то что, убить его, что ли, теперь? Ну как? Однажды ты уже это делал, опыт есть. Давай. Ну, если ты отказываешься, мы… Сейчас, секунду. Да, Тимур. Что там у вас происходит? Ты новости видел? Да, видел я, видел. Делаю все возможное. Где твой начальник безопасности? Дай ему трубку. Да. Слушай меня внимательно. Если ты не уймешь этого Александрова, сядешь за убийство своей жены по полной. Ты понял? Да, я все понял. И два раза я повторять не буду. Я сделаю. Несколько дней должны продержаться. Хорошо, продукты успели привезти. Если что купить надо, я могу сбегать. Никто не увидит. У Лизы из третьей группы температура. Может, Ваня сбегает? Я деньги дам. Ой, ладно. Вот тебе телефон. Если что, звони на последний номер. Это дядя Женя. Хорошо. Будем очень ждать вас. Спасибо. Спасибо, да. Надо же. Откликнулись. Я звонил сейчас на центральный канал. Они пришлют съемочную группу. Отлично. Не получилось по-тихому нас прижать. Аленька, где? С Марусей? Евгений, я Марусю и малышей отвела внутрь. Они уже устали. Неужели правда придется? Испугалась. Я не Маша, я Жанна Дарк. Вон оно как. Ах ты, варушка. Хочешь помочь своему отчиму? Ты должна сейчас со мной поехать. Папа сказал, я должна быть тут. Мы сейчас поедем к одному очень важному человеку. Он может сделать так, чтобы ваш детский дом не закрыли. Поняла? Но мой папа сказал ждать его тут. Хватит уже рассуждать. Пошли со мной. Цыц. Куда ты меня тащишь? Пусти! Не хочу! Помогите! Тихо. Помогите! Пусти! Тихо, я тебе сказал. Я не поеду с тобой, не хочу! Пусти Алиса. Меня, я хочу к папе! Сиди. Ах ты! А ну стой! Алина, папа, помогите! Пусти! Не поеду! Не хочу! Не поеду! Сиди! Помогите! Народу, все хотят нас поддержать, им всем не все равно. А мы думали, никому не нужны. Это так здорово, правда? Я что-то не то говорю, да? Нет, вы все правильно говорите. Маруся. Леня, ты говоришь? Маруся. Не волнуйся. Скажи мне еще раз. Кто увез Марусю? Ваня. Да, Ваня. Ваня, я плохо слышу, еще раз скажи. Алло, дядь Жень, тут какой-то мужик украл Марусю. Мы в деревне Волошино. Я на указателе видел. Он ее в дом повел. Я тебя понял. Ваня, ничего без меня не делай, хорошо? Я еду к тебе. Ладно, дядя Жень, я… Александру звонишь? Очень хорошо. Давай телефон. Давай телефон, я сказал. Ну, привет. Мальчишка адрес тебе уже сказал? Ну, тогда ждем тебя в гости. Только без глупостей. Приедешь не один, сам понимаешь. Дочку-то я пожалею, а вот паренька я первый раз вижу. Я понял, я выезжаю. Скоро буду. Господи, Женя, я с вами. Со мной нельзя. Ты все знаешь, совсем справишься. Я уверен в тебе. Приедут московские журналисты, поговорить с ними. Хорошо? Евгений! Нина! Мы не знаем, что делать. Там губернатор приехал, журналисты какие-то. Я разберусь. Хорошо. Детки, идемте, идемте со мной. Это дом нашей бабушки. Я когда маленькая была, мы летом сюда с мамой приезжали. Потом умерла бабушка. Потом мы мама, теперь я. Молчи. Тоже. Заткнись, я сказал! Что, не явился? Папа! Сидеть! Какой он тебе папа? Сколько раз говорю, я твой настоящий папа, а он тебе никто! Это ты никто, он мой Один? Папа! Оружие есть? Откуда? Ну что, Александр, сколько раз я тебя предупреждал? Не лезь, не лезь! Ты даже не представляешь, что это за люди! Ты хочешь перед дочерью, перед своей, у нее на глазах? Вот ее. Быстро, быстро. Пап. Ты в ответе за нее, боец. Я догоню, Марусь. Догонишь. Догонишь. Ты же не убийца, Виктор. Как ты? Опусти пистолет. Я им говорил, что не смогу. В тот раз случайно вышло. Я не хочу в тюрьму, слышишь? Я не хочу в тюрьму! Скажи мне, а как же ты Женю-то убил? Зачем? Я не убивал ее. Это случайно вышло. Я толкнул, она упала. Это все из-за тебя! Я ненавижу тебя! Ах ты, гнида детдомовская! Держи! Хотел ее убивать. Это вышло чисто случайно. Да, я это уже слышал. Ладно, суд разберется. Да, конечно. Меня посадите, а настоящие преступники на свободе разгуливают, как всегда. Нет, какие же, например? Да хотя бы тот же Батаев. Это он меня заставил. И дача ложных показаний еще. Ну, а что в бизнесе у него творится, это вообще. Пишите. Сюда. Что у вас тут за цирк? Тебе оставалось только ничего не испортить. Хватит, поначальствовал. Пошел вон отсюда. А, вот так вот, да? Пожалуйста. Вот ключи. Пожалуйста. Тимур Евгеньевич. Что еще? К вам пришли. Это из полиции. Сядьте, пожалуйста. А, извините, я здесь вообще не работаю. Сядьте, пожалуйста. Меня уволили, вы чего? Вам помочь? Понятые. Тимур Батаев, вот ордер на обыск. Вы подозреваетесь в экономических преступлениях, даче взяток должностным лицам, подстрекательстве к убийству. Не продолжать? Ладно, ищите. Приступайте. И чего вы добились, Евгений? Детский дом все равно закрывают. Вместо Батаева придет другой застройщик. С заводом вопрос решен. Его выкупает партнер Батаева. Кому стало легче? Ой, а к вам можно? Да-да, заходите. Присаживайтесь. Я ненадолго. А вы же Мария. Вы секретарша Тимура Батаева. Да, да. Вернее, уже нет. В офис приходили с обыском, и все руководство арестовали, а меня отпустили. Я ведь секретарша, и ничего в этом не понимаю. Как оказалось, и в людях ничего не понимаю. Ну, а я чем? Я чем могу вам помочь? Вот. Во время обыска все документы отобрали, а эта папка, ну, в общем... Ну, я не знаю, что там, но Андрей Павлович очень ей дорожил. Может быть, там что-то важное? А почему вы решили, что должны принести эту папку именно мне, а не следователю, например? Ну, я не знаю. Вы ведь хорошее дело делаете. Вдруг вам пригодится. А если нет, вы тогда сами следователю отдадите. До свидания. Мария. Мария, это же… И вот это все благодаря Александрову. Евгений, вы просто молодец. Вы же спасли наш завод, спасли город. Спасибо, спасибо вам большое. Ну, я же знал. Есть глина, есть. И самое главное, что у нас теперь есть этому официальное подтверждение. Спасибо вам. В этой папке результаты геологоразведки. И результаты положительные. Возьмите, Лидочка. И ни о какой продаже речь больше не идет. За этим заводом будущее нашего города. И город найдет средства, чтобы возобновить его работу уже в следующем году. Спасибо. Знаешь, Паша, я тоже на завод вернусь. Не все же мне бегать в официантках. Да потом у меня образование высшее есть. А ты вообще у меня умница. А Александр-то наш герой. Да. Я раньше сомневалась, а теперь смотрю, молодец. Ну я же тебе говорила, Катерина. Ну что ты? Я же его мало знала. Я думала, что он балабол, а сейчас смотрю, он совсем не балабол. Чего смеетесь? Фу, дур какие-то. Вон, твои приехали. Ой, это мои девочки. Ой, мои дорогие. Иди скорее бабушку поцелуй. Здравствуй, доченька. Здравствуй, мой. Здравствуй, родная. Мама, познакомься, это Игорь, Ваня друг. Приехал в город посмотреть. Здравствуйте, Игорь, я очень рада. Город у нас маленький, вам здесь очень понравится. Ой, у нас же скоро завод откроют. Ну дела. Это что нам теперь? Сюда перебираться придется? Придется перебираться сюда, как же. Ой, держи, не теряй. Какая у тебя семья? Вон, слышал, Игорь? Ты же, кажется, работу искал. Может, ты посмотришь? Ну а что, можно и здесь. Я согласен. Ой, Жень, ты куда такой нарядный? Здравствуйте. Здравствуйте. Женя, ты в детдом? Куда? Ну, Марусе, Ленечку привет передавай. Скоро они домой-то вернутся. Надеюсь, скоро летит. Спасибо. Ой, ну давайте вам всем откроем. Давайте. Ну что, домой? Ну пойдем. Давай, пошли. Заходите. Домой пойдем. Проходите скорее. Хочу обрадовать всех собравшихся. Детский дом расформирован не будет. Скоро в городе возобновит работу наш завод, благодаря усилиям депутата Александрова. И завод берет шефство над детским домом. Только вот что, директора Язева немедленно уволить бы надо. Ну, я не очень понимаю. Если у вас есть ко мне какие-нибудь претензии… Да молчите уже, расскажем про наши претензии, про ваши темные делишки с Батаевым. Ну, смена директора не в моей компетенции. Ну, если понадобится… Подберем другого. Что подбирать-то? Вон, пусть Нина будет директором. Ну, а кто, если не ты? И ручка вот у меня болит. Ты иди, играй. Играй. Спасибо. Ну что, можно поздравить с назначением? Поздравляю. Спасибо. Не знаю, соглашаться или нет, справлюсь ли. Да справишься, конечно, соглашайся. Майд, смотри, как освоились. Сколько пончиков съели дракончики? Ты чего ж быстро дети привыкают ко всему? А вот смотри, вы как дома. Женя, это неправильно. Дети, у которых есть родители, не должны тут ославиться. Только объясни это в опекунском совете. Я вон теперь и ночевать там буду, только что побыстрее детей домой забрать. Жень, ты уже можешь их забрать. Чего? Я звонила в опекунский совет. Они очень благодарны за твою помощь с детским домом. И вот сейчас они сообщили о своем положительном решении. Маруся? Да, папа. Маруська, тут иди сюда. Иди. Бери Леню. Мы собираемся, едем домой. Все вещи собираем. Быстро. Где Ленька? Ленька, домой поедем. Ну-ка, иди сюда. Иди, маленька. Пойдем, пойдем. До свидания. Пойдет. До свидания, тетя Нина. Я буду скучать. До свидания. Но ты же будешь нас навещать.